welcome. На Таганай. Ваня, мы идем на Таганай. На Мичкину скалы идем. Громко сказано. О, какая штуковина. Вот мы дошли до приюта «Белый ключ». Тут такие домики, сарайчики такие веселенькие. Дымок, тепло, пахнет дымком. Собачка лает. Вот как надо ходить в поход. Они так навьючатся рюкзаками, палатками всякими, спальниками. Высунув язык, надо с удовольствием ходить, брать с собой пирожки, газировку, идти налегке, вот так вот. И прямо, да, откликнуло. Здравствуйте. Таганайский. Большими муравьями. Большими. Здесь очень красивое место. Все ели покрыты инеем. Они кажутся такими голубыми. Проломил лед. Я люблю вам. Сам чуть не провалился. Туда все идут домой. А мы еще только на гору идем. Поэтому нас все завидуют. Чего? Кто-то сделал из муравейника смайл. Предгорье Таганая. Идем на Мичкину скалы. Мы заходим в туман или в облако. Стало холоднее уже заметно. Вот люди каждый день, каждую неделю ходят на Таганай. Уже обратно. Бегом еще. Ну что, далеко нам еще? Да нет, нет. Близко. Какое дерево. Как будто оно нас прямо тут пропускает или не пропускает. И муравейники здесь прям какие-то в два раза выше. Чудесные елочки. Вот мы практически дошли. Все в молоке, все в тумане. Так. Надо нам еще ползти. Вот оно, чудо. Мичкины скалы. Красота какая. О, какие разломы тут. Очень красивая елочка. Ветер гонит туман. Все в тумане. Похудевший от походов. Вот в такую щель. Мы спускаемся. Пролезаем под деревце. Пролезли. Пещерка маленькая вон там. Да, весело. Тишина, камни, ели, снег, сосулечки. Как по ступенькам, по камням.
вон он, снежный человек, идет. Прыгнул в бочку.